На календаре 11 января, и уже через 3 дня наша страна будет праздновать, понятный только для русских, Старый Новый год. Вообще же год желтой земляной собаки в 2018 наступит лишь 16 февраля. Поэтому предлагаю незамедлительно создать новогоднее настроение и вспомнить поздравления и наставления саиногорцев. Всех родных, близких и всех горожан Саиногорска с новым наступающим Новым годом. Что пожелаем? Всего хорошего, здоровья и всего-всего-всего, чего им хочется. Всех саиногорцев поздравляем с Новым годом. Вот внучка будет поздравлять, да? Что пожелаем? Счастья. Желаем всего наилучшего. И чтобы и в семье, и в успехах, и во всем было благополучие. С Новым годом! Здоровья! С Новым годом! Я желаю, чтобы у всех все мечты сбывались. И поздравляю всех с Новым годом. Я желаю всем Нового года, чтобы у всех все было хорошо, все были здоровыми. Желаю встретить Новый год удачно. Счастья, здоровья, удачи, всего хорошего. Пусть радуются люди прекрасной погоде. Вот. И всем счастья. С наступающим Новым годом. Что мы пожелаем? Счастья, добра в новом году и больших успехов, и здоровья. Да, здоровье самое главное. Все, молодец. Всем здоровья. Самое главное – здоровье. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам всего-всего самого здоровья, счастья, любви и денег. Ну что, дорогие наши телезрительницы, хвастайтесь, что вам подарили ваши Деды Морозы. Наверняка у многих мечта о красивой теплой шубке сбылась. Но если нет, не грустите. Еще есть время выбрать себе подарок. Да-да, мужчины, мотайте это на ус. Смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят шубку и вам? Зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги, экономить на себе или переплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится. Проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то шуба будет стоить для вас еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из тысячи шубы из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, королевского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, дубленки и шапки. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарите. Дарят меха. Просто приходите и купите шубу своей мечты. Выставка пройдет 17 января в ДК «Визит» с 10 до 19.00. Честно скажу, жить без кухни – тяжкий труд. А хороший кухонный гарнитур – это практически мечта каждой хорошей хозяйки. Поэтому следующий сюжет я могу смотреть бесконечно. Там такая красота! Задавались ли вы вопросом, чем отличаются друг от друга кухонные гарнитуры? Дизайном, цветом и, конечно же, компанией-производителем. Причем последний фактор – решающий. То, что у компании более 2000 торговых точек от Владивостока до Москвы, говорит о том, что ей можно доверять. В Саиногорске появился фирменный салон томской фабрики «Витра» «Мебель для дома» «Давита Мебель». Марку отличает изысканный дизайн. Все модели изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании. Полная мебельная линейка – кухни, спальни, гостиные, прихожие, детские столы, столики, стулья, комод. Моды, шкафы. Качественная мебель соответствует и качественный сервис. Это и бесплатный замер, и бесплатная доставка по городу. Профессиональный монтаж обеспечивает гарантию 8 лет. «Давита Мебель» особое внимание уделяет кухням. Все представленные модели красивые и стильные. Но главное – функциональные. Вместительные ящики, качественная фурнитура, практичные влаготермостойкие столешни и стеновые панели, они же фартуки. Выбрать их, кстати, можно самим. Как и дополнить базовый комплект кухни другими необходимыми вам ящиками и шкафами. Все они есть в каталогах и на сайте компании. Как будет выглядеть гарнитур, вы сможете увидеть наглядно в дизайн-проекте, который разработают бесплатно. Роскошь и аристократичность
классический шик вы найдете в таких кухонных гарнитурах, как Милана, Виктория, Тиффани. Лаконичность и гармония воплощены в кухнях София и Афина. Неповторимую атмосферу уюта создаст Каролина. А вот для любителей цвета подойдут Тропиканка и Оранж. Поверьте, с аппетитом на таких кухнях у вас будет полный порядок. Для любой кухни в Давитамебель найдется обеденный стол и стулья. Все модели оснащены раздвижным механизмом, так что можно смело принимать у себя большие и дружные компании. Остается только сделать выбор. Мебель на любой вкус. Срок доставки заказа от 2 рабочих дней. Кухни не более 2 недель. Также предоставляем рассрочку своим покупателям до 10 месяцев и гарантии от партнера банка до 2 лет. Хотите добавить лоска и изысканности своему интерьеру? Приходите в Давитамебель. Фирменный салон ждет своих покупателей каждый день по адресу Шушенская, 18, торговый центр «Спутник», 2-й этаж, возле магазина «Фэмили». Лично для меня декабрь был очень напряженным. Особенно напряженным он был для моего зрения. Надо бы вот пойти проверить, кстати, его. И я знаю место, где за это берут всего 100 рублей, а еще там куча оправ. В тот день и час, когда окулист прописывает первые очки, вы сталкиваетесь с серьезной проблемой. Как подобрать оправу так, чтобы она была одновременно практичной, стильной, и чтобы не нарушала привычный комфортный образ и не создавала дополнительных комплексов. Главное правило – соразмерность. А еще она должна быть удобной. Поэтому выбирать очки в первую очередь надо в специализированном магазине, то есть оптике. В Саиногорске такая есть, а Табаканской сети. Цены радуют, радуют и ассортимент. Сотни вариантов оправ, как для женщин, так и для мужчин. Радуют и детская линейка. А как вам вариант прикупить оправу со скидкой до 40%? Скидки до 40% есть и на солнцезащитные очки, которые, кстати, многие носят не только летом. Водители же легко подберут здесь для себя очки антифары, кстати, о линзах. Будете подбирать их для оправы, обратите внимание на французский и японский. Итак, за хорошей оправой идем в Оптику Экспресс. Широкий ассортимент по ценам Абакана. И, внимание, до конца декабря скидка до 40% на оправу. А еще компьютерная диагностика. Заметьте, проверка зрения будет стоить вам всего 100 рублей. Да-да, вы не ослышались. 100 рублей. Приходите. Оптика Экспресс работает каждый день. Адрес 81. Год собаки обещает быть благосклонным к трудягам и беспощадным к лентяям и тунеядцам. Поэтому уверена, что для Валерии Защитиной 2018 окажется удачным. И она уже готова дать несколько полезных советов дачникам. Смотрите сами. Дорогие садоводы, пора просыпаться. И первое, что нужно сделать сейчас, вечерком, когда вы сидите дома, это взять свою дачную тетрадь и проанализировать, сколько и чего вам нужно посадить. Второе, что нужно сделать, это навести ревизию в семенах, что вам нужно докупить, что вы действительно будете садить, а что нужно просто выбросить. Кстати, у нас есть собственноручно разработанный тест, сколько вам действительно нужно овощей. Приходите к нам в центр, мы поделимся. Наконец, третье – прийти в любимый магазин за проверенными семенами или новыми сортами. Пойдемте выбирать. Если вы, выбирая перец, ищете именно такой, как в магазине, крупный, толстостенный, то тогда обратите внимание вот на этот верхний ряд. Там цена повыше, но и, соответственно, сорта очень-очень толстостенные и раннеспелые. Если нам нужны подешевле, но тоже толстостенные, то тогда это будут вот такие кубы, куб желтый, куб красный, Мязины Любовь Анатольевны, и вот такой гранатовый браслет. Он приплюснутый, как гагашары, с очень толстой стенкой, и обратите внимание, это не гибрид, это сорт, то есть семена вы потом будете выпускать сами. Если вам нужны самые простые, самые-самые ранние перчики, то это скорее будет даже не калифорнийское чудо, это среднеспелый сорт, а более ранние сорта, Алая Заря, к примеру, Морозко, или новосибирский. Когда вы смотрите на цену, помните, что цена указана без скидки постоянного клиента. У нас с вами 10% скидка, если вы предъявите нам нашу карточку. Ну что, помидоры, если вы думаете, что за ними нужно приходить в марте, то ошибаетесь. Самое время выбирать помидоры уже сейчас. Сейчас уже достаточно большой ассортимент, и мы еще можем с вами пообщаться лично, узнав, что именно вам нужно. К примеру, у вас теплица, и вы любите, чтобы было много крупных, хороших, вкусных помидор, то тогда посоветуем вам, например, бабушкин секрет или сорт батяня. Какая форма, какой цвет вы выберете, и мы вам посоветуем. Чуть-чуть пониже ростом будет, например, цифамандра. Новиночка сезона – это вот такой новосибирский хит. Из низкорослых я крупные вам посоветую сорт данка, к примеру, испытанный хлебосольный или демидов.
И вот такой есть тяжеловес Сибири. Небольшой ростом, но при этом мясистый. Само собой, мы очень полюбили и очень хвалят нам люди сорта Мязиной Любовь Анатольевны. У нее есть новиночки, к примеру, шоколадная конфетка, обилие коричневых очень вкусных маленьких томатиков. Или, например, веселый гном, который люди уже пробовали в прошлом году, на низкорослом кусту вот такие вот формы и размером томаты буквально все усыпано. Почему он так называется? Потому что подходишь и начинаешь буквально улыбаться от того, какую картину наблюдаешь. Иногда спрашивают: «Валерия, скажите свой график, мы хотим попасть именно к вам». Я вам гарантирую, что кто бы ни был на смене, а график у нас скользящий, обязательно к вам отнесутся с заботой, с вниманием, ведь это принцип нашей работы. А для продолжения интересного общения с нами я приглашаю вас в соцсети, на страничке нашего центра ВКонтакте и в Одноклассниках. Название групп запомнить просто. ВКонтакте – «Природное земледелие город Саяногорск» или «Земледелие 19». А в Одноклассниках – «Садоводы Саяногорска и Хакасии» или «Сады Саян». Мы наконец-то сделали это. Создали информационную площадку для обмена опытом между садоводами, экспертами и разводчиками растений. Каждый день там выкладываются новые видео, инструкции, опросы. За одну неделю в нашу группу вошло более 150 человек. Дело теперь за вами. Кстати, сейчас там разыгрывается саженец яблони на весну. Хотите себе подарок? Заходите в группу. Что еще у нас сейчас есть интересного? Новые каталоги. Лилии, георгины, гладиолусы, клематисы. Особое внимание обратите на каталог картофеля. Супер-супер элита, супер элита. Сорта на любой вкус в ограниченном количестве. Успевайте заказать. Ну а для тех, кто хочет обновить свой картофель без покупки дорогой супер-супер элиты, есть специальные статьи, либо решить любые другие проблемы, которые связаны с картофелем. Итак, новые странички в Одноклассниках и ВКонтакте, новые каталоги, новые сорта семян. Добро пожаловать в Садовый центр «Природное земледелие». Сегодня уже звучало много добрых слов от саяногорцев, а вот я хочу передать большой привет и благодарность Виталию Залесскому. Виталя, наша мясная книжка «Загородного очага» была бомбой моего новогоднего стола. Теперь вот надо подумать над десертом к предстоящему празднику. Ну, хотя что думать, есть один рецептик с еще одного нашего проекта. Всем привет, меня зовут Лиза, я очень рада, что вы смотрите. Сегодня мы будем готовить. И давайте побыстрее начнем. Всего 7 дней отделяют вас, дорогие наши телезрители, до свежего выпуска «Саквояжа». Встречаемся, как всегда, в четверг на канале СТС после выхода новостей «Нота Бена». Хороших вам выходных и позитива! Пока!